Жить осталось мало. Такой приговор в сентябре Геннадий Геков услышал от кардиохирургов. Из-за двух тяжелейших инфарктов сердце вышло из строя. В краевую клиническую Геннадий поступил в начале сентября с жалобами на сильную одышку, слабость и быструю утомляемость. Мужчину внесли в лист ожидания на трансплантацию. Спустя 12 дней раздался звонок. На другом конце провода заветные слова. Донорское сердце нашлось. Вначале жене позвонили. Она мне дала трубку. А что, я уже настраивался, только не думал, что так быстро. Собрал вещи и приехал. Пересадку провели в тот же день. Полтора часа на операционном столе, и в груди Геннадия забилось здоровое сердце, к которому пока еще только привыкает. Сегодня мужчина делает первые шаги со своим практически крестным отцом Дмитрием Ананьевым. Именно под его чутким руководством прошла тяжелейшая операция. Все жизненные показатели пациента в норме. Через неделю вернется в родную Поспелиху к своей семье. Это сердце нужно нагружать. Он должен после того, как заживет грудина, позволить себе любую физическую нагрузку. А что с ним делать? Оно достаточно молодое, и оно должно работать, оно просит нагрузки. Конечно, единственное, что ему нужно, постоянно принимать препараты определенные. Пожизненно получается? Да. До 6 пересадок сердца в год. Такую задачу максимум ставили алтайские кардиохирурги после того, как была проведена первая пересадка сердца. Год близится к концу, трансплантации только 2. Но это уже большая удача, говорят врачи, так как катастрофически не хватает донорских органов. Сейчас в Алтайском крае в очереди на пересадку сердца 5 человек. Бригада врачей и профессионалов готова, проблема только в донорских органах. Краевая клиническая взаимодействует и обменивается органами с другими сибирскими регионами, но этого недостаточно. Причем такая ситуация характерна для всей России. Культуру донорства нужно прививать, настаивают врачи, и как бы цинично это ни звучало, с детства объяснять, что погибая, один человек может спасти жизнь 4 другим. Валентина Аскерова, Алексей Фридин, «Наши новости».